Ребятки, привет! Приехала очередная посылочка. Скорее всего, она женская, потому что, по-моему, тут карандашики находятся для... Не знаю, что там красят туши. Ой, эту брови. Что ними красить можно? Два карандашика. Да, я был прав. Так, так, так. С колпачком даже? Хм. Опаньки. А, это какая-то там тушь. Короче, я не знаю, что не делать. Розчисувати вії. Наверное. Чешуйка для вій. Ну, такие, в общем, штучки. Ребята, всем спасибо за просмотр. Кому нужны посылочки из Китая, кто боится заказывать, все ссылочки есть в описании, где можно у меня заказать товары, которые есть в наличии. Можно через меня заказать посылочки, которые вам нравятся. Ну и зайти в мой просто интернет-магазин. Всем спасибо, все ссылки в описании. Пока. А, кстати, ставьте еще лайк, кому нравится. Ну, если вам, конечно, понравилось. Все, всем спасибо, пока.